Так, многие спрашивали, куда же коричка ходит в туалет. Я заранее прошу прощения за не особо приятный, конечно, контент, да? Но вот в туалет она ходит на пеленку, также у нее есть лоток в ее клетке, когда она сидит в ней. Ну, допустим, по ночам, да, или когда нас нет дома. Вот, что, на руки хочешь? Ну, иди на руки, иди на руки. Вот, также у нас есть пеленка еще за диваном, но она туда ходит редко. Ну, на всякий случай мы ее туда положили, мало ли. Но обычно она ходит вот сюда.